Всем привет, друзья! С вами снова я, Читер 00. Сегодня у нас вторая часть Solar Smash. Я сегодня хочу какую-нибудь другую планетку уничтожить. Нет, не Марс. Мы уже Марс уничтожали, Землю уничтожили. Земля нам сейчас не нужна. Планеты. Есть Венера, если я не ошибаюсь, Венус. Венус! Вот это вот я не видел еще. То, что перевернутая планета. Хотя нет, не похоже что-то. Но мы ее сейчас уничтожим. Нет, это слишком читерно. Я хочу начать с лазера. Кстати, кто не смотрел мое предыдущее видео, обязательно посмотрите. Уху! Стоп, а если рисовать сердечко, что, то что, ядро останется? Давайте-ка это и проверим. Сейчас я обставлю все тут в черные дыры. И нафиг сейчас уничтожаю все. Этими молниями притягивает все, капец, сейчас вся планета горит. Что происходит? Интересно знать. Что? А как корка планеты осталась? Вот прямо сюда запускаю, прямо сюда. Просто на все запускаем. Кстати, ребята, давайте до конца этого месяца, до конца апреля наберем 85 подписчиков. Не слабо ли вам? Давайте наберем реально 80 подписчиков. А на 100 подписчиков будет розыгрыш денег. Если, конечно, все получится, побежу. Короче, вы получите... Объясняю. Третье место получит 500 рублей. Четвертое место 5000. Точнее, хоть второе место 5000. Первое место 15000. Если получится, то, возможно, и будет такое. И может быть и не один раз. Кстати, я недавно интересное приложение нашел. У меня на планшете. Сейчас покажу. Называется это приложение «Дети». У меня тут есть Бравл Старс. Да, реально. Тут есть диктофон. Давайте еще раз. Продолжение. А, ну тогда нельзя. Камера. Не зря это. Ну нафиг. Рисование. Давайте нарисуем кое-что. Кажется, идейку придумал. Так вот, так вот. А тут вот так вот и... А тут вот так вот. А там так. Никто не запрещал ничего мне сделать. Мама. Так, а давайте-ка себе...
Странно как-то, я же как бы... Вот. Вот, получилось. Так, значит, нам нужно закрасить это все. Для этого мы берем вот такой вот гайд, как сделать кое-что. Сейчас узнаете, что. Ладно. Когда это вы увидите, то вы поймете, что это. Логично. Неправда. Так, сейчас мы зарешевываемся. Нет, это не флаг СССР. Патриоты скажут. Ну да, это не флаг СССР. А это кое-что другое. Берем белый цвет. Берем шрифт примерно вот такой вот. Подписка. У вас должна быть такая стать серая кнопка. Капец. Офигеть. Короче, сейчас мы тут синим. Как бы, давайте сделаем... Не знаю, что можно сделать такого. Так, прикол в том, что мы сейчас будем рисовать разными цветами. И я не знаю, на самом деле, в чем тут прикол. Интересно, интересно. А вот это вот у нас будет... Опа. Я что-то странное нарисовал. В этом нет ничего странного. Это искусство. Это искусство, блин. Желтый. Ну что можно еще желтым нарисовать? Да ничего. Оранжевого не было. Такого цвета не было. Точнее, вот такого. Такого не было. Такого не было. Добавим немножечко красного. Бельгия. Это искусство. Это искусство просто, капец, искусство. Сейчас зайдем в Бравл Старс.